Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на яхту «Богемия». Меня зовут Эдуард Григорьев, и с отцом мы приехали сюда, в Лепу, в прекрасный порт из города Осло. Это было длительное путешествие, 800 морских миль. Нас и потрясло неплохо, и мы попали в происшествие с литовским кораблем. В общем, было интересно. Сколько нас потрясло? Наверное, часов 5. Ветер был, капитан другого корабля сказал, что 52 узла. И 5 часов мы там, наверное, потряслись. Мы привязались, мы были привязаны, отец сидел на палубе, смотрел, я из каюты выглядывал, пробовал тоже что-то заснять, и перетерпели, но после ветра все равно остались волны, и вот эти волны и небольшие порывы ветра как раз таки натолкнули на то судно, которое приблизилось на опасное расстояние. 24-футовая лодка 75-го года, здесь, значит, 2 спальных места внутри в каюте, и большое спальное место на носу. Вот у нас для бортового обеспечения есть несколько батарей, что нам позволяло иметь ходовые огни и основную зарядку навигации. На кокпите есть всякие рундучки, в которых с одной стороны якорь, с другой стороны все веревки. Ну и довольно-таки можно легко убрать все вещи во время похода. Эта лодка обладает очень хорошими ходовыми качествами, и при острых курсах, когда ты идешь практически против ветра, она выдает неплохую скорость. Мы делали до 8 узлов на этой лодке. Как только она оторвалась, мачта полетела на нас. Ребята, впервые поделюсь информацией по поводу туалета на яхте. В общем, когда мы выходили из Осло, в комплекте с яхтой у нас шел портативный туалет, который, в принципе, довольно-таки удобный. Но так как яхта маленькая, для него нигде не находилось места, и он был все время неудобный. И он у нас закреплялся на корме то с одной стороны, то с другой, в зависимости от того, как мы управляли яхтой. И при острых курсах, когда мы шли при хорошем ветре в одной из бурь, получилось так, что он был закреплен с другой стороны, нам приходилось сидеть на этом борту, управляя яхтой, опираться ногами в другой борт. И туалет просто решил выскочить за борт, и мы уже не смогли повернуть и вернуться за ним. Так что остались мы без портативного туалета. Ну а в остальных подробностях мы не будем, наверное, распространяться. Все яхтсмены знают, как